Первый прием, да, начали. Упираемся в челюсть и поднимаем за обе руки свои, сцепляем, да, чтобы они не разъехались. Либо берем тряпочку, чтобы не соскальзывало. Упираемся и разворачиваем его назад, на себя, на свою грудную клетку. Чтобы голова его не мешала, свою голову в сторону вставляете. Несколько раз потянули, дошли до преднапряжения и лезть, поддернули. Второй прием. Шейно-грудной переход. Нам нужно именно дойти еще до седьмого позвонка шейного С7, Д1, Д2, Д3. Вот можно дойти до Д4 даже. Для этого подбородок касается ключицы. Подъем руки как можно ниже на шею. В замок. Локти сводим вместе. И вот есть тоже два приема. Один прием — скручиваемся. Распрямись. Тут надо правильно скручиваться, как улитка. По одному позвонку вниз. Вот так вот идем. Да? Вот. Можно делать сидя на кушетке, как вот мы сели, как на коня, да, руки, ноги в стороны. Можно делать стоя. Еще раз скрутился. Вот. И тогда мы ниже подсаживаемся под него и распрямляем на себя. Выдох, выдох. Почувствовал, как все распрямилось? Там что-то просто было. Вам не слышно, да? Нет. Там все позвонки вот так весь прошли. Но еще не до самого верха, да? Угу. Еще поднимаем выше, подтянулись и... Вот. И еще не дошли до верха. Угу. Усиливаем формулу, хватаем его за запястье. Только руки не расцепляй. Угу. Вот он расслаблен, да? Раскачали его в стороны, на себя. Вот это шейно-грудной переход. Опа, вот попали, да? Да, сейчас доработали. Если еще не хватает, можно еще усилить формулу. Свои руки добавляете, ему кладете на вот это место. Вот так вот. То есть первый раз мы держались вот так, локти вместе. Второй раз мы держимся вот так, руки здесь. И давим на конкретно вот этот шейно-грудной переход. Подровняли свою спину, натянули на себя. Расслабились и еще раз. Опа. Вот, вставили, видите? С помощью своей силы рук и с помощью того, что мы его немножко распрямили в этот момент. Вот, пока еще голова у него согнута вниз. Теперь переходим на более верхние позвонки. Чуть повыше руки. Не-не-не, пока еще на шее держи. Вот. Голова пока еще опущена подбородком к ключицам. Под лопатки, под предплечье, прям подмышки свои подсовываем и тянем на себя уже нижний отдел шеи. Это позвонки С30, 4, С6. И теперь верхние позвонки. Большие пальцы расставляем вокруг черепа. Голову поднимаем вверх. И будем давить его же руками на него. Вот так. Тут немножко есть опасность того, что потянем мышцы. Вот эти вот, да? Но для этого можно через тряпочку, либо через маечку работать. Значит, подсели, и в этом случае мы уже накладываем свои руки на его руки. Затылок назад, распрямились. И выдернули человека. Для расслабления я еще делаю обратную разводку плечей. Тут надо посмотреть вверх, смотри, вверх потолок. И раз, два. Можно немножко так вот за руки приподдернуть. Все, готов. Полностью прямой, ровный, мобилизированный. Фу. Спасибо. Энергию сбросили, освободились. Можно стоя, можно сидя, можно на полу такое делать.